Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, ну что же, отправляемся с вами в испытание. По-моему, я одно прошел на 3 звезды. Так, нам нужно 2 ДНК на Усаги для того, чтобы нам его прапать. Так, 50 уровни, вы видите, да, каких мне дали героев. У меня только Леонардо, 87-й, и Змейка Вьюн. То есть я надеюсь, до 3-й стадии мы все-таки с вами доберемся. Ну, загадывать не будем наперед. Так. Ага, грибы. Я надеюсь сейчас на вертушку от Леонардо, на самом деле. Если он сейчас... Ну-ка проверим. Если он сейчас хорошо зарулит, то будет все четенько. Так, ну понятно, Усаги мы с вами не забомбили. Давай вот так вот бомбанем его. Так, меткость мы ему понизили. Ну что же, это неплохо. Кстати, между прочим, промахнись. Конечно. Ребята, а знаете, чем это плохо? Вот он попал, да? Он даже не то, что попал, он уничтожил мне просто-напросто Эйприл. Соответственно, я не смогу этот уровень фармить. Хотя мне, наверное, и не нужно. Давай его добьем. Вот так. Ну что же, и давай посмотрим. По-моему, ребята, у нас все-таки 2 ДНК появились. По-моему, даже здесь сейчас дадут. Сейчас проверим. Ну-ка, да, ребят, смотрите. Смотрите, в чем заключается прикол. Мы заходим в список наших героев. Ну что же, я поздравляю нас всех с тем, что Усаги все-таки долго, ребята, вот серьезно вам говорю, очень долго я к этому шел, очень долго. Я даже боюсь представить, сколько нам нужно теперь для того, чтобы получить 5-ю золотую звезду. Но на этом я все равно, ребята, очень рад, что он получает 4-ю звезду. Так, а что это у него такое? За честь. Усаги беспощаден к тем, кто угнетает слабых и невинных. В начале хода есть 10% вероятность дать союзникам дополнительную атаку при выполнении основной. В течение одного хода. Конечно, буду улучшать. Естественно. То есть, ребята, он такой, знаете, он самурай чести, можно так сказать. Да? Он всегда за крестьянин, за бездольных. В общем, не зря я гордился им. Молодец, молодец Усаги. Получил он, короче, у нас, ребята, с вами 4-ю золотую звезду. И это говорит о том, что мы можем его прокачивать дальше. Прокачивать. Но ДНК также по-прежнему нужно искать. Ну что же, поехали тогда с вами быстренько, наверное, попробуем еще один бой затащить. Хотя я сомневаюсь, что у нас получится. Но тем не менее. Так, я убираю вот этих вот ребятулек, да? И оставляю только Змейка, Вьюна и, конечно же, Леонардо. Для чего? Для того, чтобы они не упали. Хотя я, честно говоря, за Змейка, Вьюна немножко боюсь. Так, что у него получается? Контратака. Хорошо, мы сейчас с вами делаем что? Вертушку от Леонардо. Потом нам, наверное, придется делать массовую атаку Змейка, Вьюном. Хотя это очень опасно. Давай проверим. Опа! Отлично! Шикарно, я тебе скажу. Так, вау, 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 сейчас, это массовая атака у него, ребята, да? Ух, хорошо пронзил, ничего не могу сказать, у него контратака. Мне в любом случае придется его бомбить, хочу я это или нет. Да, Змейка Вьюн, наверное, ребята, мне кажется, здесь у нас погибнет. Ты посмотри, что он сделал, я-то рассчитывал сейчас на вертушку на самом деле. Думал, сейчас мы пробьем его, но не тут-то было. Эй, Змейка Вьюн, господи, по-моему, все. По-моему, тебе кранты. Ладно, он его добивает. Ну, а Леонардо, конечно же, добивает, наверное... Ну-ка, нет, смотри-ка, крепенький у нас, оказывается, Усаги, Эдзимбо. Отлично, ребят. Слушай, а знаешь, что я думаю? Вот сейчас, а может быть, нам взять сюда просто-напросто одного Леонардо? Он же ведь справится. Давай-ка мы сделаем с тобой по-умному. 3 ДНК, круто. Давай сделаем с тобой немножко по-хитрому. Так, здесь у нас какой-то уровень будет, давай проверим. 70-й. Вот здесь я уже сомневаюсь, что мы сможем одним Леонардо пройти. Зачем Змейка Вьюн? Я же хотел убрать. А я поспешил, ребята. Я поспешил на свою голову. Зачем? Надо было делать вертушку. Господи, совсем, ребят, голова не соображает. Что я начинаю тут творить? Чудеса на виражах. Ладно, хорошо, попробуем вообще хотя бы пройти здесь. Да, если мы с вами проходим, то, соответственно, мы зарабатываем с вами ДНК на Усаги. То есть за одну карточку мы получаем еще 3. А в общей сложности вообще 6. Давай-ка с вертушки начнем.
Бам. Вау. Найс. Я ничего не могу сказать против, ребят. Мы получаем еще 3 ДНК в копилочку. То есть нам нужно 100, да, 100 ДНК. А уже намного меньше. Так, ну я хочу, ребят, вот здесь пройти. Так, секунду. Убираем отсюда змейка Вьюна и попробуем одним Леонардо. Да, я не спорю, ребят. Сейчас, конечно, не будет у нас никакого реварда. Но не забывайте, что я могу фармить этот уровень. Да, а это для меня самое главное. Если я смогу добыть еще хотя бы, ну, пяток ДНК именно на Усаге, это будет очень хорошо для нас, поверьте мне, ребят. Вы же хотите, я больше чем уверен, что многие из вас хотят, чтобы Усаги был платиновым. Поверьте мне, если бы стоял выбор между там, например, кто у нас там, Рахзар или Усаги, я думаю, что большинство из вас проголосовало бы именно за Усаги. Вот лично я бы точно проголосовал бы. Так, ну что же. Сейчас, согласитесь, намного лучше пошло. И нам нужно вот этот уровень тоже пройти на 3 звезды. Поехали. Я трачу сыр, но, понимаете, мне сейчас сыр, в принципе, здесь не нужен. Если только еще попробовать на платиновом испытании. Сейчас мы с вами попробуем здесь разобраться, а уже потом дальше посмотрим. Так, Ну что, Усаги, 1-1. Ты и Лео. Кстати, помните, у меня была картинка в одной из серий, когда Леонардо стоял сзади Усаги, он еще смеялся такой, типа, тебе не хватило, а Леонардо к нему, не то, что он там над ним издевался или как-то его подначивал, он говорит, типа, Усаги, мы же хотим не навредить тебе, мы хотим тебя завербовать, чтобы ты был в нашей команде, чтобы мы вместе с тобой накатили Шреддеру. Вот с этим позывом Леонардо обратился к Усаги. А он все смеется над нами, да? Все против нас бычит. Ну что же, ребята, мы с вами его победили на 3 звездочки, как вы видите. И, соответственно, мы можем с вами фармить теперь этот уровень. Так, попробуем, наверное, эпизод 4. Ну, конечно, будет сложно. Я ничего не говорю. Тут 70-й уровень все-таки, как ни крути. А Леонардо у нас 87-й. Я хотел его прокачать до 90-го, но многие подписчики сказали: Рэй, ну ты же обещал Микеланджело нам прокачать. И я остановился на этом деле. Естественно, будем прокачивать майки хотя бы до 80-го уровня. Ну, смотри, смотри, я сам своим глазам не верю. Все-таки Лео победил 70-го Усаги. Ну вот 80-го он вряд ли сможет победить. Вау! Рафаэль ко мне достается, ничего себе. Так, смотри. Если мы вот сюда вот щеманем. Блин, я боюсь, не сможем. Давай, 80 уровень. Давай тогда возьмем вот этих всех ребятушек, да, наших. Я не спорю, сейчас, конечно, полягут здесь многие. Но хотя бы еще пару ДНК заработать. Вот что я хочу. Ну, массовая атака. Бэм! Ну, Эйприл, соответственно, да. Остается, как ни крути, один Леонардо. Ну, давай посмотрим, с вертушки он положит их всех? Навряд ли. Ух ты. Жестко, ребят. Я боюсь, нет. Такими темпами у нас, скорее всего, ничего не получится. Он еще и захилился. Ты посмотри, что он делает. У нас, кстати, есть с вами отхил. Но я думаю, что применять его не будем. Так, контратака, да, ну это все понятно. Ты посмотри, какая у них инициатива, а, прокачанная. Они бомбят 2 раза за ход. А если... Слушай, это опасно. Давай захиляемся. Мне не хватает, знаешь, чего здесь? Скилла на защиту. Вот если бы у меня была бы дополнительная защита, я бы здесь простоял бы. Ну, а так, скорее всего, меня распишут. Угу. Расчекрыжат. Да. Сейчас Усаги добьет. Но ничего я с этим поделать не могу, ребята. Мне дали всего лишь одного бойца. Ну что ж, давай попробуем тогда с помощью наших... Ох, египетский насос. Ребята, ты посмотри. Первая попытка и, как всегда, удачная. Удачная. А здесь, давай попробуем. Ай, елки-то палки, сыр закончился. Ну, согласитесь, 3 ДНК на Усаги, это круто. Давайте посмотрим, сколько вообще у нас сейчас ДНК на нашего кролика. Уже, ребята, мы только начали, вот только подняли его по рангу, да, уже 11 ДНК. Ну, согласитесь, это круто. То есть еще 89 ДНК нужно на него найти. Но, опять же, повторюсь,
мы можем с вами фармить этот уровень. А до конца недели у нас еще 2 дня, поэтому все карты в руки у нас. Ну что же, пойдем тогда на турнирку. Мы посмотрим, ребята, на каком я месте. Я в данный момент в Лиге Сёгунов. 3 звезды. Надеюсь, мои герои откатились, и мы сможем приступить. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, вот эти 2 еще не успели. Тут 17 минут, да, а тут еще целый час. Ладно, не проблема, у нас есть, ребята, откаты. Так, здесь 59-й, даже 60-й уровень, поэтому нам нужно быть предельно аккуратненьким. Да, возьмем вот так вот и, наверное, вот этих малышей. Слушай, это, конечно, опасно. Очень опасно против 60-х брать вот этих вот наших 50-х уровней малышей. Но я рискую, ребят, я рискую. Опа. Так, давай-ка мы с тобой пробьем, наверное, Шреддера. Интересно, сможет он пробить? Или лучше... Блин, я не знаю, давай Лео, наверное. Лео. Тыч. Хил? Нет, не хил, ребята. Вау, вот про это я вам и говорил. А сейчас кому-то будет кранты. Ну, это хан. Это, ребята, хан. Так, мы отомстили Лео. Оу, еще кто-то упадет. Нет? Нет, ребята, не упал. Крис Брэдфорд. Блин, да чтоб тебя за серия. На, получи. Блин, я думал, что мы одним героем падшим обойдемся. А оказывается, нифига. Они мне еще подбили одного. Вот недотеп, а. Блин, ребята. Куда мы сейчас? Всего лишь на одну ступеньку продвинуться. Вы что, серьезно, что ли? Я для чего делал откат? Для того, чтобы вот так вот его просто смазать? Нет, меня этот вариант не устраивает. И давайте, ребята, дальше продолжим. Ну это смешно, на самом деле. Какого фикуса так все произошло? Вот. Я знаю, что если Леонардо вместе с Зэка в одной компашке, то это 100% победа. Потому что у нас офигенная инициатива. Они, знаете, как будто в паре играют. Вот смотрите, один за другим ходят. И это просто смертельная комба. Ну, один там остается, мы его можем вот так вот даже добить. Никаких проблем в этом нету. Все. Ну что же, погнали тогда с вами далее. Мы перемещаемся на 77-ю позицию. В принципе, неплохо. Так, у нас 55 откатов есть. Смотрим по кубкам. Ну что, я думаю, Джоди, давайте возьмем, наверное, его, да, для разминочки. Так, Леонардо, возьмем, наверное, 2 хиллеров. Я, правда, боюсь, что они сейчас упадут. Ну, Рокзар, я думаю, нам поможет в этом деле, да? И, нет, Змейка Вьюн будет слабоват. Давай вот так вот возьмем Микеланджело. Все, погнали. Да, ребят, серия получится, наверное, коротенькой, но... Сам факт, что мы сегодня у Саги проапали. И это круто. Так, уворотик. И, блин, нам нужно с вами на морозильную кошку, честно говоря, забомбить. Давай попробуем. Вау, ничего себе. Слушай, я не ожидал, что мы положим практически всю пачку. Ну-ка, нет. Это опасно, это очень опасно. Промахнулся. Нуб. По-другому не назвать. Мимо, ну это понятно. Так, Майки, давай не подведи меня своим суперударом. Шикандос. Слушай-ка, а давай-ка попробуем, может быть, сегодня потратим откаты и попробуем добраться до мастера. Я не знаю, стоит оно того или нет, но уж очень сильно мне хочется. Так, какая позиция? 60... Ой, мы с вами долго будем туда добираться. Я думаю, даже нам придется, наверное, все откаты потратить. А самое грустное, а стоит ли оно того вообще, а? Давай возьмем Зека. Угу. Раз, два. Пульверизатор, господи, 49 уровня. Не, ребят, не зайдем, не доберемся. Ничего у нас, наверное, не получится. Потому что я не хочу тратить по 12 откатов за 2 каточки. Да за 3 даже, так скажем. Оно того не стоит. Попробуем, сейчас посмотрим, сколько у нас тут. Господи, Лео, ты меня сегодня просто удивляешь. Ты просто молодец, имба. Тут по-другому не называть. Он, ребята, критует, и причем довольно успешно. И смотри-ка, мы с вами перемещаемся. Ровно половина нас отделяет от мастера. Господи, вот это красота. Я обожаю, когда мы вот так вот играем с вами на лайтовой, на лайтовой ноте. Погнали. Берем Лео. Язык заплетается, ребята, сижу под кваском, так что не обращайте внимания.
есть на это свои причины. Можно было бы не снимать видос. Вуди Вудпикер, надеюсь, в курсе, да, что депрессия у меня, так скажем, своеобразная. Но, ребят, надо просто делать это все. Пропускать серию мы не имеем права. Да ёпрсты. О, хорошо, что он бомбанул. Так, ой, массовая атака от Майки. Бамс. Слушай, а мы, наверное, все-таки потеряем с вами. Мы потеряем с вами Карайку. Я так не хотел, вот серьезно говорю. Но, к сожалению, она не дожила. Блин, печалька большая очень. Ну ладно, хорошо. Хорошо, что мы с вами вообще хотя бы продвигаемся далее. Надеюсь... Ага, 40-я. На 10 ступенек мы поднялись. Ну что же, давай выберем тогда, наверное, с вами Алекса. Ух ты какой! А поваренок сказал не бубнить. Давай, возьмем Леонардо, возьмем с вами быстренько Зека. И раз, два... Давай еще кого-нибудь крупненького такого возьмем. Это будет Микеланджело. Ну, три... Ой! Куда? Господи! Ой, вот он, квас. Вот он, ребята. Вот она, вся сила кваса. Я просто ошибся. Даже если мы сейчас сможем здесь вырубить всех, у нас кубков будет мало. Но зато мы героев с вами меньше задействовали. Так, давай посмотрим, куда мы с вами. 40-я была. Давай на 30-ю, пожалуйста. Нет? 37-я. Господи, это вот из одного бойца, которого мы с вами не успели добрать. Хорошо, давай тогда возьмем. Ой-ой-ой-ой-ой, 65-й уровень уже пошли. Так, давай-ка Деклан. Деклан. Чуть ли, ребята, не декан. Так, берем Микеланджело. И уже вот здесь вот Усаги. Блин, Усаги, это круто, ребят. Надо прокачать его хотя бы до 60-го уровня. И поверьте, он будет отжигать. На своем 60-м уровне он сможет валить вот этих вот братулек просто на ура. Это я вам точно говорю, потому что он имба. Так, вертушка погнала. Сейчас упадут многие, поверьте мне. Многие, а упали все. Слушай, ну такого результата я не ожидал просто от Лео. Он что-то сегодня в угаре у нас. Слушай, мы неужели дойдем до Сёгуна на сегодня? Слушай, ну я потрачу откаты, мы с вами и так слишком долго их копим. Сегодня я в раш вошел, поэтому давайте-ка будем полностью реализовывать весь мой потенциал. Так, ну естественно, ребят, как только мы дойдем до мастера, я прекращу тратить наши откаты. Так, бомбочка, смотрим, как она бомбит их. Слушай, ну неплохо, очень даже неплохо, делаем уклонение от Микеланджело. Так, и теперь вертушка. Так, вертушка нам нужна в первую очередь для пробития. Давай, наверное, Бибопа. Хотя Эйприл тоже нужно нам положить. Е! Смачковский. На-ка. Ой. Не вышло. А вот так вот, если мы с вами сделаем. Бамбах! Нормуль. Так, и добиваем Рокстеди. Все, кролик. Ты готов, олух. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы с вами приближаемся к мастеру. Да-да-да, к рангу мастера. Так, надеюсь, какая-нибудь... Вау, 10-я позиция. Слушай, ну это вообще великолепно. Так что давайте, наверное, определимся. Я думаю, что возьмем мы с вами Джоус Луис. Давай Джоус Луис. У нас, кстати, еще до сих пор Рафаэль не задействовался. Ладно, хорошо, сделаем 3 отката. Все, ребята, на 40 откатах мы с вами останавливаемся. Нам они, наверное, еще пригодятся, я думаю, в дальнейшем. Хотя тут 45 уровень, господи, может быть, нам лучше вот так сделать, да? Я думаю, что, наверное, так будет правильнее. Если Рафаэль встанет в провокацию, то все будет хорошо. Так, ну, вначале, конечно же, бомбочку. Так, голубь Пит, но он упадет. Это однозначно, так, уклонение делаем. Подожди-ка, он сейчас не отхилится случайно? Нет, он родной наш не успеет хильнуть никого. Вот так вот. Ну и... Пам-пам-пам-пам. А, знаете, что сейчас будет самое интересное? Что Бакстер Стокман вызовет. Вызовет, наверное, своих маузеров. Я больше, чем... Или не вызовет. Ну-ка, Микеланджело, не подведи. Вообще не попал. Так, это делает защиту. Нет, 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 нет. Мы должны Бакстера Стокмана убрать. А уже после добивать Донателло. Так.
Вот, вот она, ребята, имба, вот она комба, которая должна была сработать. Если бы даже тот же самый Донни не стал бы ставить на себя защиту, а начал бы бросать сюрикены, кто-нибудь у меня упал. Так что, переходим? Да, ребята, а какое место? 98-е. Ну что же, вот теперь я могу, наверное, спокойненько отдохнуть. Хотя нет, ребята, подождите-ка, у нас, по-моему, что-то есть в магазине. Я ведь не тратил? Я же ведь... Так, погоди, не в этом магазине. Да, 81 у нас монетка есть, и мы с вами тратим. Помните, я вам говорил, что нам не хватит 5 ДНК? Так вот, я думаю, что до конца недели мы с вами эти 5 ДНК наберем по любасу. Потому что 3 уже получили, и еще 3 заработаем. Не знаю когда, но заработаем. Так, 360 у нас жетонов. Естественно, мы за них ничего с вами не сможем приобрести. Дубликатов у нас, по-моему, нету, хотя нет. На Крисе висит. Так, мы обменяли. Давай посмотрим далее. Все, больше ничего нету. Так, у нас с вами осталось... мы же с вами... Да, ребята, мы забыли с вами посмотреть платиновое испытание. Ну-ка, давай посмотрим, каких... Да, я даже посмотреть не могу. Хотел глянуть, каких персонажей нам вообще, ребят, туда дадут. Кстати, вот это испытание тоже нужно обязательно пройти. Это я уже сделаю за кадром, чтобы телепортики себе заработать. Так, ну что, давай приценимся. У нас с вами 9000 мутагена. У нас Усаги. Ну-ка, раз, два. До 50 уровня я его по-любасику раскачаю. И это будет имба. Слушай, а вот этот же у нас скилл. Сейчас, секунду, ребят, секунду. Секунду, я просто немножко отвлекся. Где у нас Усаги? Господи, он поменялся. Да, вот он. Вот он здесь. Навыки. Вот это вот. Так, гнев Ронина. Усаги высвобождает всю свою ярость и бросается на всех врагов. Да, вот это вот массовая атака, которую я хочу получить. Я думаю, он будет просто зажигать именно этой атакой, когда мы его прокачаем. Ну а теперь все, ребята, можно, в принципе, идти и отдыхать. Вам всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!